Во-первых, это даже не мероприятие, это обязательная наша тема. Почему? Потому что просто я был ошарашен вот этой вот ареной, которую здесь построили в Ишимбае. Идеальная, я считаю, то есть идеальная площадка, классная коробка, лед идеальный, раздевалки удобные очень. То есть я просто приятно удивлен был, как бы я тоже поездил везде и по России, и по миру, видел эти дворцы небольшие и большие. Ну, здесь просто сказка какая-то, я имею в виду, для занятия хоккеем мальчишкам. Они где-то полгода, вот эти пацаны, трех возрастов занимаются, это 11, 12, 13 года даже есть. И уже есть некоторые успехи, по крайней мере, уже на ногах, на коньках так достаточно уверенно стоят. Единственное, конечно, как и везде, это нужны кадры, нужны тренерские кадры. С ними надо работать, им надо уделять внимание, им надо показывать правильно, чтобы у них закреплялись правильные навыки. Как они получат вначале, как им покажут с самого раннего детства, так они и дальше пойдут с этими навыками. А то, что много желающих уже для этого города, и они есть, и с удовольствием мальчишки занимаются, это здорово, конечно. Приятно удивлен был, действительно, что такая площадка здесь у нас построена. Хорошее впечатление, ребята молодцы, стараются выполнить все так, как мы им показываем. Я думаю, у них здорово получается. Качество льда действительно хорошее, и сама атмосфера на площадке хорошая. Детишки занимаются всего полгода, но есть какие-то успехи у них? Ну, я думаю, да, но они очень уверенно стоят на коньках и хорошо сегодня выполняли то, что мы им показывали. Я думаю, если они будут также продолжать упорно работать, у них обязательно что-то получится.